посмотрим, что на Гродненской трассе. Да, погода такая, что в городе грешно сидеть. Надо ехать на природу и что-то готовить к весеннему сезону. Много работы. Просто очень. Задумок за зиму надумано много. Теперь воплотить их в жизнь. Дорога хорошая, сухо, солнечно, облачка. Замечательно.
Да я 140 не могу идти, легко. Саре спасибо. Старая машина, но тяговитая. А эти летят на более новых. Думаю, а мы сейчас тут, а тут 120. Ну, 125 сейчас. Thank you.
участке. Кроме старых ям и кочек. Здесь крадучись надо, крадучись. Японская дорога. Таямата-канава. Хиросима-Нагасаки. Хансю, Кюсю. Острова. Укатали дорожку маленько. Грязи такой уже особой-то и нету.